15 июня в галерее Московского финансово-юридического университета МФЮА открылась выставка заслуженного художника России и Республики Северной Осетии Алания, почетного члена Академии художеств, преподавателя кафедры дизайна МИТУМАСИ Виктора Дмитриевича Бедоева. Экспозиция называется «Поэзия цвета». Она посвящена 70-летию художника и 45-летию его творческой деятельности. Я думаю, что и реальные сейчас картины, которые, это тоже не последнее такое. У меня идет такое вот все время какой-то духовный поиск пластики, духовный цвета. Не случайно название вот выставки «Поэзия цвета». Меня всегда, я сам дизайнер по образованию, да, меня всегда интересовал декоративность цвета в реальности, которую мы видим. Ну, я несколько слов хотел бы сказать о нашем вузе, где я преподаю более 10 лет. Хотел бы выразить большую благодарность свою ректору нашего вуза Алексею Григорьевичу Забелину. Здесь и Светлана Алексеевна большую роль сыграли в этом. Это их инициатива, их воля для того, чтобы сделать мою юбилейную выставку. Я им очень благодарен. Я считаю, что студентам повезло, институту повезло, что такой человек, как Виктор Дмитриевич, профессор, работает в этом институте и приносит пользу нашему государству, нашим студентам. Это очень важно. Выставка объединяет несколько десятков работ художника, от самых ранних до созданных совсем недавно. В творчестве Виктора Бедоева главенствует пейзаж, но своей главной творческой привязанностью художник считает горы. Он вырос в Северной Осетии, с детства восторгался мощью, красотой, величавостью и твердыней гор. Там художник видит постоянный источник вдохновения и в своих картинах заново открывает нам красоту России.